Село Прищепсовино Сербского района Луганской Народной Республики расположено на линии соприкосновения. Мирные жители прифронтового поселка регулярно подвергаются обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Тем не менее, привыкнуть к постоянным нарушениям украинскими силовиками Минских соглашений невозможно. Вообще обстрел шел с реки Избинки. Полдвенадцатого. И шел час. Где-то час времени шел обстрел. Потом перенесся он дальше, на Сокольники. Ну, на той стороне говорят, что они не стреляют, и это делают сами народная милиция. Ну, это мы делаем. Мы, наверное, по себе. Ну, то есть вам понятно направление, да, населенного пункта, что это украинские, ну, конечно, военные? Конечно. Все видно, оттуда летело, светилось, а все. Что делать в такие моменты? Ничего, в доме сидим. Прятаться некуда? А смысл прятаться? У меня тяжело больной отец лежит. Я ж никуда с ним не пойду. Ну, как вы считаете, они понимают, что они бьют по людям, не по военным? Да, им все равно. Все равно, по ком они. Несмотря на то, что в последнее время ситуация в поселке стабилизировалась, ночью с 30 на 31 октября Прищеп в очередной раз был подвергнут обстрелу со стороны ВСУ и запрещенных Минскими соглашениями вооружений – минометов калибром 120 мм. В результате обстрелов пострадали дома мирных граждан республики. Начали стрелять, и, по-моему, первое попадание попало к нам – в крышу, в угол и во двор. Ну, где-то стреляли не все время в одно место, а около часа по всей линии нашего серой зоны, вот этой, села Прищеп. В очередной раз мы стали свидетелями того, что вооруженные силы Украины не соблюдают мирные соглашения. Как мы видим, производятся обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики. От этого страдают мирные жители. И постоянно вот такие провокации проводят силы Украины. В данном населенном пункте было отмечено относительное затишье за последнее время. Но, как видите, обострение обстановки идет по всей линии соприкосновения, в том числе и населенных пунктах, в которых проживают мирные граждане.